неделю назад, 5 числа, на Лиговке, в бар-клубе «Парус», было совершенно замечательное событие. К нам приезжал потрясающий театр из Израиля, «Мерхавим». Вот Аллочка была на этом концерте. Совершенно потрясающие ребята. Вот. Автор всего, что они исполняют, это руководитель коллектива Борис Блях. И вот сейчас я хочу попробовать спеть одну его песню, которую он не они не пели в концерте. Вот. Мне, куда бы мне положить текст, чтобы, не дай бог, что не забыть. Так, сейчас попробуем. Итак, Борис Бляхман, «Сонечка». Мой папаша в местечке первым районом покупал мне колечки, кренделики приносил. Мои черные косы он любил заплетать, а я с первым матросом зимние бегала брать. Ой, я с первым матросом, как посранная. Ой, мой мальчик, не надо, ой, не надо, мой мальчик, дергает душу мою, а не то я заплачу и кого-то убью. Ой, я точно заплачу и кого-то убью. Называл меня Софочкой, братец родной, террорист-одиночка, на свободу больной. Он заснул, запал под соседский сарай и с сараем попал в анархистский свой рай. Ой, не надо, мой мальчик, дергать душу мою, а не то я заплачу и кого-то убью. Ой, я сейчас точно заплачу и кого-то убью. Дядя Моня состриг бороду и усы, стал он главный комбриг краснопузой комсы. Но друзья по делу и колени по партии отослали отдел в лагеря отдыхать его. Ой, не надо, мой мальчик, дергать душу мою, а не то я заплачу и кого-то убью. Ой, сейчас точно заплачу и кого-то убью. Лишь родная мамоня среди будних лихих горы слез проливала за наши грехи. С рыбой фишу на блюде ждала целый век, будто смак этот будет собирать нас в ночи. Ой, не надо, мой мальчик, дергать душу мою, а не то я заплачу и кого-то убью. Нет, я точно заплачу и вас первым убью. Гимназистка девчонка, чернявая бровь, мне бы туфли, куклы и пчелки, стишки про любовь. Но я ручкою страстной шамаляю ментов. Ну же, фрайл очкастый,
дайте даме пальто. Ой, не надо, мой мальчик, дергать душу мою, а не то я заплачу и кого-то убью. Ой, я сейчас точно заплачу и тут всех перебью. Ну, продолжим еврейскую тему. И я хочу позвать опять Сережу. Куда Левочку дел? Thank you.